Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Передо мной находится устройство Galaxy S22 Ultra. И сегодня я покажу вам, точнее, мы вместе с вами будем устанавливать клавиатуру Gboard, то есть Google клавиатуру на наше устройство, потому что по мне так она очень удобная, гораздо удобнее, чем клавиатура Samsung. И для этого мы ищем нашу клавиатуру, называется Gboard. Устанавливаем ее. Это занимает обычно очень мало времени, потому что она очень мало весит. И все, уже 2 секунды прошло, она уже установлена. Это прекрасно. Открываем и включаем в настройках. Здесь у нас есть наша клавиатура Gboard. Нажимаем включить. И теперь выбрать способ ввода. Выбираем наш Gboard. Готово. Все, здесь у нас теперь будут всякие разные настройки. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.